Я, короче, туда, например, прихожу, а там такие полный бардак. То есть там вообще полный бардак. Мишаня, ты постоянно в телефоне, бля. Мы встретились повидаться, перетереть о том о сём, потрещать, пообщаться, а ты залипаешь в телефон. Я тут изливаю душу, а он сидит как идиот. Реально, братан, послушай, дальше так не пойдет. Меня не беси, ты меня не беси. Спрячь свой мобильник, выключи нахрен, и меня не беси. Я понимаю, что наверняка у тебя там неотложные дела. Но спрячь свой мобильник, а лучше выкини, меня не беси.